Честно говоря, до этого тренинга я думала, что свобода это то, что можно делать все, что хочется. Вот. Ну хочется гулять всю ночь. Вот иди и гуляй. Я думала, что это свобода. Когда никто ничего не запрещает. Вот. Никто не докапывается. Вот. Но сейчас я поняла, что самый главный тюремщик для меня самой — это я сама. Вот. И я поняла, что когда я от всех зажимов избавлюсь, то тогда действительно я буду свободна. А зажимы, опять же таки, я сама себе делаю, я сама себе ставлю все рамки. Вот. И для меня свобода — это когда полностью человек свободен от своих рамок. Вот именно от своих рамок, которые он сам себе ставит, своих цепей.